День яхтсменов и путешественников, как и полагается, отмечают на кораблях. И сегодня Ярославская флотилия пополнилась десятком маленьких судов, которые сделали ярославские дети. Я хочу, чтобы мой кораблик поплыл в дальние края, в Африку или в Китай. Кто знает, возможно, среди этих детей будущие Магелланы или Колумбы, но для того, чтобы отправиться в настоящее большое плавание, нужно многое знать. Прямо на берегу для детей провели мастер-класс по устройству парусной лодки. Это киль. Слышали такую поговорку «7 футов под килем»? Нет, ну вот послушайте, 7 футов под килем, это значит, чтобы яхта не садилась никогда на мель. Ну и, конечно же, каждый мореплаватель должен уметь вязать надежные морские узлы. Какие-то из них служат для того, чтобы закрепить мачту или парус на мачте, другие спасают жизнь. Это называется беседочный узел. Он бросается при спасении человека, он не затягивается. То есть как ты его не будешь тянуть, вот. Он уже вот как добрал свой диаметр, он уже... Для чего это нужно? Чтобы человека не пережало в воде. Тема путешествий одна из любимейших среди поэтов и писателей. Жюль Верн, Александр Грин посвящали ей целые романы. И не случайно, ведь людям всегда будет интересно, что таят в себе неизведанные горизонты. Павел Волков, Денис Сахаров. День в событиях.